Відкрита трибуна. У Верховній Раді пропонують зареєструвати усіх домашніх та безпритульних тварин, а безпородних – стерилізувати. Як ви ставитесь до такого рішення? Породистих то можна реєструвати, звісно, тому що їх маленьке кількість, а не породистих, їм дуже велике кількість, і, ну, то просто безполезна трата грошей, я вважаю. Времени і грошей, в першу чергу. Да, ну потому что так же каждому животному будет лучше. Потому что, ну, если паспорт, то тогда собачки или кошки можно будет там полететь за границу. А стерилизовать, чтобы она не заболела, чтобы ей было лучше. Поэтому, ну, конечно, надо. Читала этот закон, с некоторыми пунктами я согласна, например, чипирование, уплата штрафов за то, что люди не убирают за своими животными, вот здесь я согласна. По поводу стерилизации, ну, не знаю, такой глубокий вопрос, не решусь судить и давать какие-то высказывания. Не нам решать, может ли животное дальше воспроизводить потомство или не может. Безусловно, никакими силами меня никто не заставит произвести что-либо подобное с моим домашним животным, потому что я ответственна за него, я в ответе за того, кого приручила, и поэтому я сама слежу за тем, чтобы он был привит и не подвергался никакому насилию. Что касается бездомных животных, я думаю, что это надо делать просто во имя их сохранения. Думаю, это вполне нормально, да. Животные любят распространяться, я вообще животных не люблю. Я брезгаю насчет этого. Стерилизовать животных, я думаю, что есть смысл, поскольку если этот процесс будет бесконтрольный, ну, не всем известны факты, когда люди страдали от укусов животных, от бешенства. Вот. И контролировать этот процесс нужно, потому что животные размножаются, это функция у них природная, работает. По поводу домашних я не уверен, а по поводу этих дворовых, да, я считаю, что всех надо стерилизовать. По поводу регистрации домашних я пока не понимаю, как бы, в чем смысл этой процедуры, как бы, что она принесет, как бы, положительного. Сердце доброе, очень жалко этих животных, потому что их очень много, они зимой мерзнут, они размножаются, они болеют и очень тяжело себе добывают питание. На самом деле, надо их стерилизовать и отвозить на 6 километров в приют, я считаю так. Там им окажут нормальную медицинскую помощь и найдут им дом, там, где, как это все положено. Я считаю, что это правильно. Я не согласен с этим. Собак, да, попугаи, кошки, черепахи – это неправильно. Не видел еще этот законопроект. Я слышал, что собираются какие-то налоги ввести на домашних животных. Ну, в какой-то мере это обосновано, конечно, но не знаю, насколько адекватными будут эти налоги, насколько будут граждане готовы их платить. Ну, поживем, увидим, как он будет работать, этот закон, если его примут, конечно. Відкрита трибуна.